Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа. Господа офицеры, по натянутым нервам я гордом и верен эту песню пою. Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь поставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возврати их им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свободу вас сияет, заставляя в унисон звучат сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, вашу душу хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощайте нас. Так куда же уходите? Может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощайте нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свободу вас сияет, заставляя в унисон звучат сердца. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свободу вас сияет,
заставляя, в унисон звучат сердца.